Всем добрый день. Вот приехала в огород, в дом, забрать поддончики под рассаду. Снега, конечно, полно. Сегодня еще снег, кстати, идет. Ну, на улице сегодня тепло. Теплицу подзавалило. Надо вот как-то попозже добираться до теплицы, до снег накидать. Ну, сейчас муж на 2 недели, наверное, в больницу уезжает в Екатеринбург, город. Ежегодное обследование. Так что после больницы приедет. Как-нибудь выходной выберем. И пойдем откапывать теплицу. Но самое главное, что не проломило ее. По бокам-то, конечно, завалило снегом. Но верх нормальный. Вон наши бобики торчат, которые не выдернули в том году. Укроп сухой торчит. Я думала, за зиму сломают его. Нет. Тут зять приезжал. Откапывал. Все, он почистил весь двор. Он, наверное, каждый день ездит. Ездит, что после работы что-то делает потихоньку. Ворота вынес туда подальше. Тут все разбирает потихоньку, потому что все это нужно будет ломать. Да, так жалко дом. Не то, что мы выросли в нем, но, не знаю, бабушке он очень нравился. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать, мы здесь провели. Вот. Хорошая погода, ветра нет. Красота. Так охота до теплички добраться, посмотреть, что там внутри. Но тут снега, я не знаю. Больше, выше, чем по колено. Вообще глубина. Всем пока-пока.